Эстрадный певец Сергей Пенкин стал жертвой кражи в Москве. Об этом сообщают СМИ. По их данным, с вокалиста неизвестные сняли золотую цепочку, иконку, кольцо, наручные часы и вытащили из кармана дорогой смартфон. Связаться с самим Пенкиным не удалось. Но, по некоторым данным, в неприятную ситуацию артист попал после бурной ночи в одном из развлекательных заведений столицы. Якобы певец весело проводил время в кафе. Под утро вышел на улицу и уснул на соседней лавочке. Журналисты «Московского комсомольца» уже опубликовали фотографию вероятного преступника. Молодой человек якобы сопровождал Пенкина, а когда артист уснул, исчез. Возможно, вместе с ценностями. Сейчас полицейские устанавливают стоимость пропавшего имущества и ищут подозреваемого.